московской подземке сегодня до утра сверкали молнии. На Менделеевской показывали эксперименты знаменитого изобретателя Николы Теслы. Так решили провести очередную акцию «Ночь в метро». На время, пока они ходили поезда, станцию превратили в зрительный зал. Всем желающим предлагали войти в специальную клетку, по которой пускали электрические разряды в несколько сотен киловольт. Демонстрировали и специальную кольчугу, в которой не страшно и более высокое напряжение. Это обычная кольчуга. Она проводит электричество не по мне, а по железу. Проводит его сюда, к железной пластине, которая заземлена. То есть, собственно, таким образом электричество заземляется, и, в принципе, никакого вреда мне не будет, если здесь не будет дырок или я не буду мокрый. Это физика, но очень хорошо ребята придумали, как можно это использовать. То есть это не страшно, но это очень интересно и приятно посмотреть. А хорошее мне немножко шоу. Страшно видеть молнию так близко. Вот почти на расстоянии вытянутой руки. Развлекательное шоу переплеталось с рассказом о жизни и изобретениях Теслы. Зрители открыли для себя множество невероятных фактов из яркой и загадочной биографии ученого.